И собака постоянно смотрит на вас, идет. Постоянно, когда вы ее зовете, она сразу же бежит к вам. И это происходит при различных отвлечениях. Неважно, на что собака отвлекается. На собак, на машин, на людей и так далее. Вы собаку умеете переключить на себя. В дальнейшем можно и нужно уходить от лакомства. Даже в тренировках. Дома можно что-то отрабатывать за лакомство. Часть еды, часть рациона, когда идет в виде лакомства за какие-либо упражнения, то тогда не обязательно брать с собой на улицу еду. В дальнейшем, я говорю, можно взять с собой игрушку, когда тренировка переведена, работает собака только за игру. Если собака игривая, но нужно понимать, как играть, и нужно учитывать, какой есть потенциал у собаки в игре. Потому что у каждой собаки есть свой потенциал. Здесь даже еще мы учитываем вес собаки, образ жизни. Потому что все-таки игра – это фитнес для собаки. Одна собака может долго играть, другая пару раз схватила игрушку и уже устала. Учитываем также еще температуру, на улице жарко, мы на солнце, и долго мы не можем поиграть, собака уже устала, пить хочет. Поэтому, смотря над чем работать, смотря что отрабатывать, если собака не обращает на вас внимания на улице, идет и тянет, и ей интересно все вокруг, вы зовете, и собака не приходит, тогда есть смысл брать лакомство и идти с едой, не докармливать и собаке предлагать есть от вас, переключать свое внимание все-таки на вас. Я как-то не заметила, что мы просто лакомство берем, что берем полностью еду, просто вопрос в удобстве. То есть если я эффекта не вижу, то есть разницы не вижу, я могу просто лакомство брать. Полностью не а какой вам нужен эффект? Какой вы эффект ожидаете? То есть он работает и на лакомстве, и если я полностью еду переношу на улицу. То есть, смотрите, это хорошо, это мы сейчас говорим о системе, выработана система, когда собака работает в тренировке, работает за свой рацион. Тогда это говорит о том, что вам не обязательно подбирать какое-то лакомство, что-то повкуснее, если собака, в принципе, замотивирована на обычно тот рацион, который был с миски, допустим, мясо там или еще что-то. Ну, натуралка, смотрите, натуралка, ну, допустим, каша. Понятное дело, что каша неудобно поощрять, но что-то, мясо, допустим. Можно взять стакан пластиковый сделать и положить туда мясо. Либо, если собака хорошо работает за сушеное, легкое и вам удобно, работайте с сушеным, легким, зачем что-то менять. Наша задача, чтобы собака была замотивирована, чтобы мотивация была явно выраженная, для того, чтобы усложнять задачу для собаки, чтобы тренинг проводить, чтобы прогрессировать в тренировке. Все зависит от того, какая у вас цель. Если вы усложняете задачу и собака не теряет интерес, то тогда лакомство подходит, продолжайте с этим лакомством работать. Но опять же, смотря как вы усложняете, здесь же нужно разбирать основной принцип, учитывать основной принцип дрессировки от простого к сложному. Если мы работаем над позицией зайчик и хотим, чтобы собака на расстоянии 25 метров от нас в позиции сидя перешла в позицию зайчиком, а мы на расстоянии 25 метров, и это цель, то мы должны раскинуть эту цель на этапы и в дальнейшем усложнять задачу. И это усложнение задачи, и когда усложнение задачи идет в различных упражнениях, и мы видим, если собака теряет интерес и не может справиться с задачей, мы не можем говорить о том, что тупая собака. Мы должны понимать, что собака сейчас не может справиться. Переходим к более легкому упражнению. Либо вот этот шаг, который мы хотели предъявить собаке как усложнение, мы должны его еще поделить. Еще на 2, на 3 этапа. Под этапы. Предъявить собаке, собака справляется. Еще чуть-чуть усложнить, справляется. Закончить тренировку легким. Следующая тренировка начнется не с усложнения, а с повторения. То есть нужно это понимать. Когда вы прогрессируете вот так и знаете, чему учить свою собаку, какая у вас есть цель, знаете, как работать при выдержке и так далее,
то вы выходите и не задумываетесь, что отрабатывать. Вы не задумываетесь, что усложнять и так далее. Вы понимаете, что вас не устраивает и как работать, и все получается.